Добро пожаловать, это диджей Вичеланд, и мы продолжаем проходить Fallout 4. Чё там? Найти подземку? Блин, найти подземку, провести анализ чипа охотника. Ну где эта подземка, я в душе не знаю. Поселенец нуждается в помощи. Здесь, да? Да, раз поселенец нуждается в помощи, давай окажем. Где эту искать подземку, я в душе не знаю. Удача определяет ваше общее везение. А. В прошлой серии, по-моему, было. А что было в прошлой серии? Не помню. Сказали, что надо найти подземку. Кто сказал, не помню. Так было давно, что... Как из памяти вылетело. Ой, блин, ты меня немножко напугала. Один таксик. Ну, раз нам туда, пойдем туда. Backstreet. Backstreet Apparel. Какой-то или Apparel. Патрон у нас достаточно. Нормально так. Как я посмотрел. Долго ты грузишь, долго. Рейдер. Уже заметили? Фиговая у меня маскировка. Так, один готов, придурок. А, я думал, это ловушка. Что за звук здесь? Калибр. Нет, ты встань. Блин, я что-то на нее смотрю так. Готов. Так, давай вот этим. Стреляем. Неплохо у них так. Неплохо у них так. Патрон. Нет, не надо. Не надо, я им все равно не пользуюсь. Гранатами. Гранатами редко, а уж коктейлями молота. Молота тем более. Редко. Так, тут какие-то комнатки. Никого не видно. Сейчас ты увидишь, блин. Бейсболка. А раз тут не был, такое ощущение, что я здесь был. Да, блин, почти же открыл. Вино, ментанты. Так мне не больно-то и надо. Такое ощущение, что я здесь был или не был. Просто они все похожи, что ли. Так, ладно. Во, вот в этих болты там. О, крышка. Thanks, I guess. No, I didn't mean like. I could just use some help. This isn't the sort of thing I'd normally bother anyone else with, but you just seem really good with people, and I've got this issue with my sister, Nat. Becoming. Нашла время ты об этом поговорить. Becoming you? What do you mean? I'm just terrified she's gonna start taking up like her big sis. I mean, think about the life we lead. No offense intended, Blue, but
Personal safety doesn't exactly seem like either of our strong suits. I can't have her ending up like her big sister, dodging bullets and running from all the people she pisses off. It's part of the reason I'm on the road so much. Part of the reason I'm here with you. I keep thinking, maybe if I make myself scarce, if I'm not around her enough, she'll cool off. She'll just go back to being sweet, innocent Nat, paper girl, an all-around upstanding citizen. What do I do, Blue? So you're here to get away from Nat? Well, I mean, there are other reasons. Right now, the only thing I can think about is Nat. What do you think I should do? You just love her. Family's precious. The last thing you want to do is drive them away, because you might lose them forever. You're right. I can't risk that. Thanks, Blue. Who'd expect wandering off with a stranger to turn out this well? You really don't make them like you anymore. You're a hell of a friend, you know that? Just friends, huh? But a friend for life. Or at least as long as you don't start annoying me. But hey, thanks again for listening. It's a real weight off my chest to be able to talk it out with someone. So, you wanna hit the road? А что у меня не получилось? Почему у меня не получилось? Сели, встали. Она не встает. Так. Легкая. Шипастая кожаная броня. Да нафиг. Че это мне не удалось почему-то? Почему мне не удалось? Nice. Патрон. Сколько тут патронов? Неплохо, неплохо. А, это чтобы открыть этот сейф, я понял. Так. А тут что есть? Кофе. Ничего нет. Они, наверное, на втором этаже. Мишка, читающий в туалете. Ну, хорошо. Ты спустись, блин. Он там мусор собирает. Что ты тут пальчиком? Пальчиком он делает тут мне. Добил. О, блин. Симулятор мой использовал. Этот симулятор должен был быть мой. Потом, потом. Чё ты там городишь? С кем ты там городишься? О, блин. Никакой. Неплохо так выносит. Вино. Нафиг. Что это такое? Лампа какая-то. Стимулятор. Не знаю, пригодится чай. Давай возьмем собачьи консервы, может приготовим из них чего-нибудь. Так, а что тут ценного? И вообще, по миссии-то мне сюда куда надо, я не пойму. Такое ощущение, что я пришел в тупик уже. Don't think I can pick this. Плохо, что не можешь взломать. А, вот что дальше. Я думал, что, уже тупик, что ли? Так, давай мы... Так, помощь. Так, сделаем. А, тут наверх куда-то. Что тут у нас?
просто щелк. Yes. Так, предохранитель, скипетр, утепление. Неплохо, неплохо. Кстати, сохраниться надо еще. Забыл сохраниться. Сохранение. Пеппер, это понравилось. У меня нет там навыков. А, у меня, кстати, уровень надо будет прокачать. Почему я не смог ее уговорить? Я не понимаю просто. Мины, гранаты. Нафиг мне они нужны? Так, ну, цель, миссия вообще туда показывает. Значит, что-то я пропустил. Надо на карту посмотреть тогда. Так, тут вот максимум уже. Вверх. Давай посмотрим на карту. Ага, это где-то... Подожди, это там, да? Подожди, это типа... А чё она всё сидя ходит? Встань и иди. Так, на каком тогда этаже? На этом? Странно. Куда это он мне показывает? Что-то я не пойму. Погоди. Ага. А в Fallout... Упс. А в Fallout 3 можно было в замок взломать. Тут что-то нельзя уже. Сломал. Sweet. Опа, нифига себе тут. Don't worry, I'm here to rescue you. Oh my God, thank you. Господи, спасибо, идем. Ну так иди. Что ты встал-то? Excuse me. А? Антирадин, что-то клей, разворный ключ. Да нафиг мне этот стелбой. Хотя один раз этот стелбой мне спас жизнь, когда коготь смерти за мной гнался, я его включил и ушел. Все, мы освободили, можно уматывать отсюда. Тут больше ничего и нет, по-моему. Что тут? Тут я осматривал, по-моему. Вау, 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 вау. Граната, блин, там. Воу. Нифига себе ловушечка. Ты чего развалилась-то? Я вот чувствовал, что тут может где-то... Ай, нафиг он мне нужен. Что тут где-то ловушка. Какое-то барахло тут завалялось. Нужное ему. Нет. Ладно, уходим отсюда. А где там спасибо? Чего ты стоишь, я вообще не пойму. Так, нам куда? А что, я не могу туда переместиться? Ну, пойдем пешком. А, они все за мной идут. Вон что, они все за мной пошли. Окей. Это вон бандюги эти, блин, засели, по-моему. А, где они? Как будто и не было никого. Рейдер. Тварь. Можно было так назвать.
Что это? Добрался. Фигни. Где еще один? А где третий дружок ваш? Где третий дружок ваш? Зубная щетка? Ты что, чистил зубы? Да пошел. Восемь крышек. Неплохо, неплохо. Стенная банка. Видимо, его банка привлекла внимание. Тут протекатрон, по-моему, тут был бешеный когда-то. Вспоминается местность сразу. А ты кто? Послушник братства? Безобидный. Самоуверенный, безобидный чувак должен быть. Нифига себе ты. Да не за что, чувак. Ну хорошо. Ты пушку достань. Чего такое? Моркошки возьмем. Арбуз. Это все можно посадить. А хозяин есть тут? Какие-то с тыквами. Тыква взят. С морковью, арбузами. Тут нет никого, походу. Никого нет. Плита. Глюконафт. Ну да, возьмем. По-моему, ни разу не встречался. Семь шпилек. Смотри, да неплохо тут лежит. Всякого барахла. Got it. О-о-о. Какая-то химлаборатория. Какой-то нарколык, что тут жил, я не знаю. Ладно, пойдем. Либо химик. Ученый. Так, нам туда. Немного должно остаться. Почти пришли, думаю. Шестьдесят, 55. Ну все, почти пришли. Хотя это место я находил. Почему я сюда не смог переместиться, мне непонятно. А он там спит. Вот любой, вот, например, был бы я разбойником, я бы так хопа. И все. Excuse me. Вы не могли бы проснуться на 5 секунд? I don't know how to thank you for that rescue you pulled off. Minutemen? Are you willing to support the Minutemen now? Sure thing. I'm glad someone's trying to do some good around here for once. You can count on our help if you need it. 95 крышек, неплохо, неплохо. Я теперь и спать могу тут, да? Может поспать часочек хотя бы? Ты давно не спал. Заряд бодрости. Престоном Гарви. Ну и хрен на него. Главное, спас человека. Так. Где мне искать эту подземку? Так, пробудка. Смотреть корабль братства стали. Жителями. Что-то я не пойму. Какой пути свободы я просто не... Ой. Дневная поддержка. Вот если я вот это поставлю. Где это?
где это вообще? Я просто не знаю, куда мне идти. Это я. Может, надеюсь, вот по этим мини-заданиям я попаду туда? Ай, найти подземку, блин. Ну, давай поговорим, где он. Он же у нас там. Ну, да. Потом тогда с этой подземкой будем разбираться. Так, он тут как раз близко. Чё, ремонт затеял? Stay sharp. Don't let your guard down. Ты чё? I rescued that kidnapped settler. We've got another settlement on our side now. Good. Another win for the Minutemen. Keep it up, and pretty soon we'll have the whole Commonwealth behind us. I'll let you know if I hear of any settlements that need our help. In the meantime, make sure to offer help to anyone that needs it. That can only help our cause. Опыта дали. Неплохо. Ты меня прям идешь. Hey. Point the way. Hey, Piper. Hey, here. Something to keep you sharp. Always worked for me. Thank you. Your thoughts? I like my pistols like I like my company. High caliber. I'm talking about you, Blue. Почему комбез? Нельзя сменить. I was just wondering where you and I stand. Things are pretty good from where I'm standing. So long as we're helping people out here, I'm all in. Ладно. That was all I had. Sure. I'm sorry. I wouldn't be very good company right now. Дзюн Лун. Блин, да чё ты лезешь ко мне? Дзюн Лун. Так, меня там прокачка, кстати. Можно прокачать. Почему-то я не могу людей уговаривать какого-то фига. Хотя у меня... Вероятность успешного разговора женщины выше 15%. Ой, я что, прокачал? Ну ладно. Фиг с ним. Так, ну блин, что же мне с этим-то делать? Задание. Где мне эту подземку найти? Новая поддержка, дорога к свободе. Может, вот это дорога к свободе? Куда это? Куда это, блин, надо-то? Что-то нифига нету. Найти подземку, прочесть анализ чипа охотника. Ой. Это, наверное, тогда уже будет в следующей серии. Я тогда узнаю, что где-то подземка, потому что что-то никакой цели нет. А я могу что-нибудь с броней своей сделать? Усиленные. Ой, так. Свинцовая обшивка у меня уже. Вес увеличивается, нафиг мне тогда. Ничего пока я сделать не могу. Ладно. Продолжим тогда с этой подземкой следующей серии. Это был DJ Vigilant.